Да? Я видел голубоглазую куртизанку в борделе. Этого не может быть! Моя сестра никогда бы до этого не опустилась! У меня есть доказательства. Я видел отметки клыков у нее на шее, как ты и описывал. Клянусь вечным огнем! Как такое могло случиться? Должно быть, ее околдовали. Тот самый вампир, что ее укусил. Возможно, она еще не стала вампиром. Возможно. Ведьмак, ты должен мне помочь. Вампир должен быть где-то поблизости. Возможно, даже бывает в самом борделе. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Клянусь честью! Никто не скажет, что я икшаюсь с ведьмаками. Тебя сюда никто не звал, Гермоза. Мы обслуживаем клиентов только высшего класса. Да.
Если бы ты знал мою жену, ты бы не удивился тому, что я здесь. Да. Удачи. Мы закрыты. Владычица ночи абы кого не принимает. У меня есть кое-что для твоей госпожи. Говоришь, есть кое-что. Тогда отправляйся в бордель и воспользуйся как следует этим своим кое-чем. А ну проваливай! Я думал, это и есть бордель. Никакой тебе это не бордель, это дом ночи. Лучше в Тимерии. И всяких там бродяг в кожаных лохмотьях сюда не пущают. У меня есть золото. Меня не купишь. Забудем. Мы закрыты. У меня... Забудь об этом. Скукотища. Мы за... Ты кем это себя возомнил, болван? Отвали. Мы закрыты. У меня... Я пропал. Входи. Ты считаешь это вежливо? Врываться сюда без приглашения? Я пришел по делу. К тому же не отвечает на вопросы. А я слышала, Геральт из Ривии был вежливым ведьмаком. Прошу прощения, госпожа. Я потерял память. Я знаю, ведьмак. Я наблюдаю за тобой уже некоторое время. И чем же я обязан таким интересом к моей персоне? Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Но это было давно. Что привело тебя сюда? Ты заинтриговала меня, когда говорила о прошлом. Ты мне расскажешь, кем был тот человек? Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были с ним друзьями. Его звали Регис. В свое время он слишком много пил, поэтому мы и расстались. Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъяренные кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником, до тех пор, пока не повстречал тебя. К сожалению, я почти ничего не помню. Не переживай. Мне очень важно знать, что хотя бы в момент гибели рядом с ним были друзья. Настоящие друзья. Кто ты? Я королева ночи. Я воплощаю в реальность мечты своих клиентов, оставляя их довольными и счастливыми. И с пустыми кошельками. Я воплощаю их мечты, пусть даже на миг. А мечты бесценны. В этом здании живет вампир. Отметины на шее одной из девушек. Могу назвать тебе несколько обычных животных, которые оставляют точно такие же отметины.
Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Он думает, ее околдовали. И ты в это веришь? Не будь наивным. Она живет здесь, как принцесса. Носит шелка. Клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше, чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи. Вечно прекрасным запретным плодом. Мечтой Вызимы. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Что ты так смотришь? Да, я и есть тот самый вампир, который здесь живет. Я никогда никого не убиваю. Кровь возбуждает меня, как алкоголь людей. И как бы то ни было, я не причинила вреда ни единой живой душе. Полная чушь. Мы с моими дочерьми пьем кровь наших клиентов и девушек, но никогда не убиваем. Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. А синеглазая девушка? Она сама вызвала меня. В своих снах, в своих мечтах и фантазиях. Она жаждала свободы и вечной красоты. Мы не чудовище, Геральт. Я предлагаю тебе сделку. Одна ночь с моими дочерями в обмен на мир. Ты вообще забудешь обо всем этом? А если я не соглашусь? Кому-то придется умереть. Тебе, мне, синеглазой девушке. Ты считаешь, будет правильным выбрать смерть? Даже если это смерть вампира. Ведьмаки уничтожают чудовищ. Ты вампир. Ничего личного. Молись, чтобы ты оказался таким же сильным, как о тебе рассказывают. Да. Вампир мертв. Твой брат ждет тебя в новом Наракорте. Ты убил ее. Да. Возвращайся к брату. После того, что здесь произошло, вряд ли ваши клиенты так скоро сюда вернутся. Ты сволочь. Кто дал тебе право разрушать чужую жизнь? Решать за других их судьбу? Знаешь, кто ты? Наемный убийца, отнимающий жизнь за пригоршню золотых. А мадам ведь так хорошо о тебе отзывалась. Она была вампиром. Реликтом периода сопряжения сфер. Что за чушь? Ты разрушил нашу жизнь, мою и всех, кто здесь работает. Теперь нам придется податься на улицу, как дешевым шлюхам. Возвращайся к брату. Вовсе не обязательно торговать своим телом. Знаешь что, ведьмак? У меня есть для тебя работа. Убей моего брата. Сколько тебе за это заплатить? Я не убиваю людей. Надеюсь, твой перец опухнет, посинеет и отвалится. Наемный убийца, пошел вон! Oh!
Праведная боль наполни мое сердце. Чтобы дождь перестал. Где моя сестра? В борделе. Вампира я убил, так что если она захочет, она сама вернется. Вампир меня мало волнует. Верни мне мою сестру! Вампир мертв. Дело сделано. Где моя плата? Ты ни гроша не получишь, пока не доставишь сюда мою сестру. Да, вы, люди, никогда не изменитесь. Мотаю из этого города. Одни жулики и обманщики. Почему я стал шутом, а не королевским чиновником? Не люблю брать взятки. Какой красивый был этот министрель. Я не стану разговаривать с бродягой. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. С таким вооружением... Выпить хочется. Ah!
живенько! Плотовщики такие лодыри. Ненавижу товары грузить. Ни минуты покоя. Бандиты со знаком Саламандры потребовали денег за защиту. Может быть вкуснее жареного окуня. Пальчики оближешь. О, окунь. Щука тоже на вкус не дурна. Не распугайте мне рыбу. Но говорите в основном вы. Ко мне они привыкли. К тому же это не я о щуках говорю как ненормальный. Удачи. Транспортные услуги по лучшим ценам. Перевези меня на другую сторону. Время — деньги. Ты определился? Готов? Ага, плывем на болото.
мы благодарны тебе и поэтому разрешаем вместе с нами поклоняться водным владыкам. Делать нечего. Кто-нибудь хочет переправиться? Новый клиент? Прошу на борт. Добрый господин, нужно... Что? Перевези меня на другую сторону. Время – деньги. Ты определился? Готов? Да, плывем в город. Ведьмак. Я нашел твое фамильное кольцо. Премного благодарен. Буду молиться за тебя, Мелители. Вот, держи свою награду. Прощай. Интересно. Пойду повешусь. Ведьмак. Прощай. Бандиты со знаком Саламандры потребовали денег за защиту. Кармен говорила о тебе.
Возможно. Я ей оказал одну услугу. И заработал на этом хорошую сумму. Но заслужил ли скидку? Как мило. Идем. Я знаю одно местечко, где нам никто не помешает. Веди. А что мне делать? Он сильнее меня. В следующий раз врежь ему сковородкой. Сразу иначе запоет. Ты же женщина. Говори, что у тебя на уме? Ты ничего не слышал о банке Вивальди? Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люди. Это многое объясняет. Да? Пока. Как же мне все это не нравится. Доблести учения меня вырвут. Приветствую, милздарь, ведьмак. Надоели тебе предместья? Я получил приказ возвращаться в Вызиму.
Король Фольтест скоро вернется. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасности для общества. Опасности для общества? Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоем счету? Откуда ты знаешь все про чудищ? Семейное наследство. Книга с описаниями и изображениями всех чудищ. Знаешь, что там написано? Что? Мол, каждое чудовище воплощает какой-то человеческий грех. Яга – обжорство, вампиры – пьянство. А какой грех воплощает скалопендроморф? Ну... За что хорошо платят? Огромный волк появился на болотах, а местные утверждают, что видели самку виверны, которая крала детей. Виверны не нападают, если их не провоцировать. Местные. От них сплошные неприятности. Наверное, они попытались отогнать виверну каким-то народным способом. Рассказывай дальше. Спрашивай. Будь здоров. Наша жизнь принадлежит ордену. Что, ведьмак? Кто ты на самом деле? Что за вопрос? Я граф ордена. Если ты не слыхал имени Деветта, значит, ты плебей или простак. А что-нибудь кроме политики тебя интересует? Не очень вежливый вопрос, но я отвечу. Мне нравится покер, упражнение для ума. Да, этот тип досуга мне знаком. Тип досуга? Фи, занимайся своим мечом, вином и бабами, ведьмак. Ты слишком туп для покера. Чем я могу помочь?
Рис сказала, что это был не такой уж красивый сарай. Не сейчас, Аль. Дорогой, тебе стоит больше времени уделять Альвину. Мальчику нужен отец. Это очень красивое кольцо. Но... мне бы хотелось, чтобы ты уделял больше времени Альвину. Мальчику необходимо строгое воспитание. Я буду ведьмаком, когда вырасту. Я буду ведьмаком, когда вырасту. До встречи. Благословенный отдых. Какие-то проблемы? Да, если честно. К сожалению, мой моральный кодекс не позволяет мне использовать положение для получения личной выгоды. То есть ты мне не поможешь. Что за кодекс? Не твое дело, ведьмак. Умерь свой пыл, милый. Сейчас я разберусь с одним делом и сразу подойду. В
мертвые бандиты, этому городу не было бы равных. Жуткие времена. Знаменитый убийца-чудовищ почтил своим присутствием мою скромную таверну. Приветствую. Чем могу помочь? Пусть небеса покарают меня, если ты знаешь, не самое прекрасное. Когда, наконец, принесут стулья? Ты не уже вышел из моды. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Я вижу тут много деликатесов. Тебя не смущает, что столько людей в Изиме голодают? Ведьмак, если бы я решил помочь всем лентяям в городе, я бы обанкротился в один день. Можно было бы помочь хотя бы нескольким. Знаешь, Геральт, я считаю себя человеком принципа. Если уж помогать бедным, то помогать всем без исключения. Я добыл те бумаги, которые ищешь. Прекрасно. Отнеси их нашим шифровальщикам. И возвращайся завтра. Мы попробуем сделать наш следующий шаг. Еще немного времени. Твоя мамаша совсем краснолюда. Гера. Чем могу помочь, милый? Смешный.
Думаю, ты здесь, чтобы услышать историю, как и все остальные. А я и не знал, что вы рассказываете истории. У меня в горле пересохло. Принеси мне попить, и я поделюсь своими знаниями. И чего ты хочешь? Кружку пива. Как раз то, что мне нужно. Я слушаю. Я тебе расскажу про Василиска. Жуткий взгляд этого ядовитого ящера обращает в камень всех, кто осмеливается войти в его подземное логово. Мудрые искатели сокровищ берут с собой зеркала, но от смертельного яда этого ящера зеркала не спасут. Один укус, и человек мертв. Отличная история. Аж мурашки по коже. Прощай. Я всегда была умницей. Мне бы хотелось просто спокойно жить. Иногда хочется быть крестьянином. Терпеть не могу кровесных пчелов. Приветствую. Чем могу? Спасибо за... Привет. Чем? Еп. Ах, да. Я вернусь. До встречи. Знаменитый белый соус шеф-повара на красной перчатке какой-то мазели. Вылетела отсюда вся в слезах. Видно, не избежать мне неприятностей. Могу я чем-нибудь помочь? Интересно, чем? У меня как раз есть пара таких перчаток. Можешь взять их, если хочешь. Правда? Чудесно. Благодарю тебя. Пожалуйста. В качестве награды я расскажу тебе секрет, только ты никому не говори. Это слезы жен. Заставят протрезветь любого пьяницу. Спасибо, это мне пригодится. Вот что я сделала. Yes.
спасем краснолюда. Спать хочется. Нет, уже не купить. Я тебе морду разобью. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Никакого вызова? Приветствую тебя, беленький. Есть деньги? Будешь драться? Не пойдем. Не пойдем. Привет. Будет интересная драка. Готовы? По местам. Держись, как баба. Врезать кому-нибудь. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Никакого вызова? Отстань, я уже руки поднять не могу. Кому бы тут заехать как следует? Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Не пойдем. Хочешь? Не пойдем. Хочешь? Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Я тебе морду разобью. Никакого вызова. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Интересно. Приветствую тебя, беленький. Есть деньги? Будешь драться? Будет интересная драка. Готовы? По местам. Отличная идея.
Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Никакого вызова? Отстань, я уже руки поднять не могу. Кому бы тут заехать как следует? Никакого вызова? Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Не пойдет. Хочешь? Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Делился как баба. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Не хочу, чтобы меня второй раз отколотили. Будешь драться или смотреть? Оставь меня в покое. Я и так смешно. Страсть, как хочется врезать кому. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Знаменитый убийца-чудовищ почтил своим присутствием мою скромную таверну. Приветствую. Чем могу помочь? Мне нужно отдохнуть. Есть комната? Да, 5 аренов.
Опять хочется врезать. Интересно. Я люблю это место. От вас одна неприятность. Геральт! Пепел старый в изиме еще дымится, а королевская семья уже веселится. Ада выглядит просто божественно, хотя на мой вкус она слишком костлявая. Ты узнал из этих бумаг? Мы выяснили местоположение последней ячейки Саламандр в купеческом квартале, в Изиме. Отлично. Я немедленно отправляюсь туда. Если бы только это было так просто. Эта ячейка находится вне контрольной зоны. Проход туда запрещен. Понятно. Комендантский час. И какой же у нас план? Один из командиров городской стражи — наш информатор. Он патрулирует улицы Визимы. Я найду его. Как мне его узнать? Ты его не узнаешь. Но он откликнется на пароль. Скажи ему: лилии еще не охватило пламя. Проблем не должно возникнуть. Все эти шпионские страсти меня уже достали. Он ответит: три лилии, единое целое. Он все знает о деле и проводит тебя к их укрытию. Да? Лили еще не охватило пламя. Что? Ты о цветах или? Да, я о том, что... Чего ты там бормочешь, выродок? Иди доставай кого-нибудь еще. Будет очень грязно. Вы больны? Да? Лили еще не охватило пламя. Что? Кто ты? Это что, пароль? Вот и мне интересно. Подожди, ты что, меня проверяешь?
Ребята, у нас тут провокатор образовался. Лучше я пойду. Я должен заточить тебя в подземелье, ведьмак. Тебе повезло. Через час я получаю медаль из рук самой принцессы Адды. Медаль? Адда щедра к тем, кто борется с эльфийскими террористами. А более насущных проблем у города нет? Чума, монстры. Я что, похож на идиота? Террорист стоит в два раза больше, чем кикимора. Да и поймать его, наверное, проще. А зачем ловить? Достаточно доказать соучастие нелюдям из Вызимы. Только мало их в последнее время осталось. Кикимор бояться не стоит. Если ему Фольтес совсем с ума сошел. Приказал самым элитным рыцарям патрулировать улицы. Чё пялишься? Кикимор бояться не стоит. Если ему можно пустить его. Да? Лили еще не охватило пламя. Что-что? Я, пожалуй, пойду. Три лилии, единое целое. Не волнуйся, это я. Мог бы и попроще пароль придумать. Пришлось постараться, чтобы меня найти, да? Ну ладно, вот план. Ровно в полночь мое подразделение спустится в один из канализационных тоннелей. Ты не пойдешь со мной? Нет, мы будем прикрывать тылы и ждать тебя там. Но только два часа. Увидимся там. Солдаты, равняйсь! За мной! Шагом, марш! Я рада, что у тебя получается заботиться об Альвине. Не знаю, что ты имеешь в виду, и... Немного... Я рада... Ну, хочу щенка. Когда-нибудь у тебя будет собака, обещаю.
Я... Честью! Ты здесь? Друзья, несите лестницу. Все готово. Мы ожидаем Саламандр в любую минуту. Они знают, что мы здесь? Нет, но они будут начеку. Думаю, они сопровождают какого-то важного гостя. Да? Счастливо оставаться. Ступайте в темирианскую милицию. Дружба, не дружба. У нас нет времени на пустую болтовню. Поспеши! Но для начала Акхай Ала Амбракур! У нас есть картинка, но расплывчатая. Сегодня мы можем и не связаться с реданцем. Спокойно, кристалл нагревается. Я поддержу магическую связь. Получилось! У нас есть картинка! Без радости приветствую вас, джентльмены. Хватит формальностей. Чего тебе нужно? Наши военные базы вокруг Вазимы уничтожены. Наверное, это все нильфгаардские шпионы. Значит, вы по уши в дерьме. Причем тут я? Ваше Величество, нам нужна финансовая поддержка. А с чего бы мне вам помогать? Наши общие знакомые. Мы работаем на людей, которые тесно с вами связаны. Что, я с ума сошел? Но ваши... Это ты с ума сошел. Все эти эксперименты, сделки с Фиштехом... Тише! Я не буду тебе помогать. В коридоре. Не умрёшь.
очень впечатляет. Я уж было испугался, что они начнут молить о пощаде, а ведь это так скучно. А ведь нет, повеселили меня на славу. Ты кто такой? Родовид. И я не люблю, когда меня перебивают. Слушай-ка, Родовид, мне плевать, что ты там любишь или не любишь. Советую побыстрее объяснить, что у тебя общего с саламандрами. Потому что есть у меня предчувствие, что раньше или позже мы с тобой можем встретиться лицом к лицу. Ха-ха-ха, давненько я такого не слышал. Ты мне нравишься. Не ходишь вокруг да около. Я скажу тебе, кто я. Но не из страха. У меня нет ничего общего с саламандрами. Абсолютно ничего. Я хотел использовать их для своих личных целей, но я передумал. Использовать? Политика, ведьмак. А поподробнее? Можно и поподробнее, но не хочется. Достаточно сказать, что действия саламандр меня уже не устраивают. А это значит, что мы с тобой союзники. Удачи, ведьмак. И передавай привет Адде.
понимаешь меня, оборотень? Ты не понимаешь. Это я. Это я, ведьмак. Винсент. Капитан Винсент. Это объясняет твою невероятную эффективность и твои ночные исчезновения. Я тебя прикрывал. Эти идиоты даже не выбрались из канализации. Ты ждешь от меня благодарности? Чем благодарить? Лучше расскажи мне, что ты там узнал. Родовид говорил с саламандрами через телепроекцию. Родовид, этот выскочка, король Ридании. Не знал, что у них есть такая поддержка. У них ее нет. Он отказался, но у них точно есть какие-то общие друзья. Что-нибудь еще? Ничего особенного. Видишь, ведьмак, мы на одной стороне. Зачем мне сохранять тебе жизнь, оборотень? Врал. А почему бы и нет? Ты убиваешь людей. Ха-ха-ха! Ну-ка скажи мне, сколько людей погибли от твоего меча? А? Блэвикенский мясник. Думаешь, я выгляжу как чудовище? Но я совсем не таков внутри, в отличие от тебя. Хватит этого бреда. Защищайся. Воля твоя. Не убивай меня! Почему это? Почему? Ты должен понять. На самом деле я не злой. Я помогаю людям. Я уничтожаю отбросы общества. Мне жаль, но твое предназначение — смерть. Здесь и сейчас. Thank you.
двигаться. Лучше проверить подвал. Укрытие оборотня Винсента. Он что, решил, что он супергерой? Скажет, что я икшаюсь с ведьмаками.
принцесса стала такой красавицей? Кто за этим стоит? Все согласно плану. Да? Я нашел магический камень в логове Саламандр. Довольно любопытно. Покажи его, Трис. Она разбирается в таких вещах. Я подумал. О магии я не знаю абсолютно ничего, ведьмак. Слоняться.
Ведьмак? У Саламандры я нашел странный магический камень. Очень интересно. Дай-ка посмотреть. Геральт! Отлично! Это телекоммуникатор. Он оставляет магические следы после любых передач. Ты можешь говорить попроще? Я просто ведьмак, между прочим. Если нам повезет, мы сможем использовать это, чтобы найти убежище Саламандр. И? Мне нужно поговорить с Декланом. Возвращайся попозже, ладно? Мне нужно время для исследования. Возвращайся позже. Одну минуту, солнце, и я приму у тебя заказ. Приветствую тебя, беленький. Есть деньги? Будешь драться? Будет интересная драка. Готовы? По местам. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Кому бы тут заехать как следует? Я
Никакого вызова? Страсть, как хочется. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Не пойдет. Не пойдет. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Никакого вызова? Я тебе морду разобью! А я взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Я должен это сделать. Кто за этим стоит? Никакого вызова? Приветствую тебя, беленький. Есть деньги? Будешь драться? Будет интересная драка. Готовы? По местам. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Оставь меня в покое. Я и так унижен, дальше некуда. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Ну, попади! Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Хочу бабу. А я взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Кому бы тут заехать как следует? Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Одни неприятности.
Чем могу помочь, милый? Нильгардом дела шли гораздо лучше. Это единственное место, где я могу отдохнуть. Какие-то проблемы? Да, если честно. К сожалению, мой моральный кодекс не позволяет мне использовать положение для получения личной выгоды. То есть ты мне не поможешь. Что за кодекс? Не твое дело, ведьмак. Иногда хочется быть крестьянином. Наберись терпения, милый. Я валюсь с ног. Есть свободные комнаты? Для тебя 5 аренов. Есть новости о саламандрах. Надеюсь, для нас это хорошие новости. Увы, нет. Их влияние распространяется дальше, чем мы предполагали. Я полагаю, что у тебя есть ко мне предложение. К чему этот сарказм, ведьмак? У саламандр есть влиятельный покровитель. Нам не удалось уговорить ни городские власти, ни военных заняться ими. Как это возможно? Мне это неведомо. Я подозреваю, что они имеют отношение к недавним подозрительным указам. Что ты собираешься делать? Нам нужна поддержка, самая лучшая, которую только мы сможем найти. Небольшая армия или полувоенное формирование. И как это касается меня? Мы хотим, чтобы ты вел переговоры с нашими потенциальными союзниками. Твоя репутация и нейтралитет сослужат нам хорошую службу. Кого ты имеешь в виду? Тех, у кого саламандры встали на пути. Скаятаэли, Орден Пылающей Розы. Сомневаюсь, что тебе удастся добиться успеха у Велерада. Посмотрим, что я смогу сделать. Если тебе удастся кого-то убедить, мы встретимся с ними здесь. Thank you.
собак! Прячьте женщин! Эй, всегда ходишь в лавку, ты вы больны? Я рада, что у тебя получается заботиться об Альвине. А ты можешь рассказать мне побольше про этот волшебный коммуникатор, который я нашел на базе у Саламандр? Он позволяет общаться на относительно коротких дистанциях. Если Саламандры использовали его, чтобы связаться с базой, мы сможем их локализовать. Знающий магию может извлечь из этой штуки массу полезной информации. На коротких дистанциях? Интересно. Можешь проверить последний контакт? Без проблем. Коммуникатор отправил сигнал в один из домов в Изиме. Геральт, ты ничего не хочешь рассказать? У меня есть догадка. Я ее проверю и все тебе расскажу. А пока не думай об этом. Ладно. Береги себя. Пока. Приветствую еще раз, ведьмак. И тебе привет, Родовит. На этот раз между нами магического зеркала нет. Я рад, что ты нашел мое убежище. Трис Меригольд помогла, я прав? Ты знаешь Трис? Лично нет. Но я знаю Филиппу Эйльхард, а это все равно, что знать всех чародеек. Кто такая Филиппа? Одна из самых влиятельных гражданок Риданий. Она входит в регентский совет, который будет править, пока король не достигнет совершеннолетия. Она подкупила, очаровала или запугала добрую половину всех влиятельных жителей Риданий. Кроме того, она является членом той самой ложи чародеек, в которой находится и твоя Трис. А чародеев в нее не допускают? Насколько мне известно, нет. Каждая из этих женщин решила, что у нее есть право вершить судьбы мира. И время от времени им удается. Раз ты так говоришь. Не стоит недооценивать чародеек. Прекрасные, мудрые, готовые помочь. По крайней мере, так они себя позиционируют. Но когда-нибудь я их поставлю на место. Хотя в пользу твоей колдушки стоит отметить, что однажды она уже предала своих подружек. Я доверяю Трис. Ты еще припомнишь мои слова. Ты что-то хотел? Ты в курсе тех странных указов, что недавно вышли в Изиме? Я о них слышал. На них якобы стоит королевская печать. Но многие подозревают, что это подделка. Продолжай. Талер был прав. Фольтест не подписывал эти указы. Я бы его подпись узнал. Ты знаком с Талером? А как же? Хорош бы я был, если б не знал шефа разведки соседнего государства.
Значит, Фольтест не вводил военное положение в городе? Нет. И мне кажется, пора ему об этом сообщить. Кто ты такой? Я не имею в виду имя и фамилию. Хороший вопрос. Однако однозначный ответ дать будет сложно. Я вырос при Риданском дворе. Мой отец погиб во время войны с Нильфгардом. С тех самых пор, как я потерял интерес к игрушкам, я начал делать все возможное, чтобы вернуть себе то, что принадлежит мне по праву. Чтобы найти убийц моего отца. Чтобы восстановить порядок в своих владениях. К сожалению, меня окружают продажные предатели, нимфоманки-чародейки с растущими амбициями и неудовлетворенные священники Вечного Огня. Насколько я могу судить, в Тимерии, в высшем обществе, все то же самое. Не сомневаюсь, ничто не привлекает мерзавцев больше, чем власть. Бардак в этой Тимерии. Ведьмак? Какие отношения у тебя с Аддой? Я надеялся убедить ее выйти замуж за короля Риданий. С помощью Фольтеста наш король смог бы в результате избавиться от всех насевших на него паразитов. В обмен Ридания могла бы помочь Тимерии в борьбе со скоэтаэлями. Не говоря уже о пользе взаимной торговли. Объединив усилия, обе монархии смогли бы противостоять ширящейся власти рыцарских орденов, поклоняющихся Вечному Огню, а также купеческих и ремесленных гильдий. Кроме того... Хватит, ты меня убедил. Но, к сожалению, я не Адда. А ты, ведьмак, что ты думаешь о дочери Фольтеста? Что конкретно тебя интересует? Я спрашиваю тебя как специалиста по чудовищам. Ты снял заклятие, которое сделало из нее стрыгу. Так и есть. Она может иметь детей? Не понимаю, почему бы и нет. Нормальных, здоровых человеческих детей? Думаю, да. Хотя не помешало бы осмотреть ее кому-нибудь из ведающих. Благодарю, ведьмак. Надеюсь, этот разговор останется между нами. И еще одно. Я знаю, что Адда тобой увлечена. Надеюсь, ты не станешь вмешиваться в планы Ридании касательно укрепления династий. Не бойся, король. Я не стану вмешиваться. И как же ты догадался? Потому как на тебя смотрят твои люди. Потому как ты говорил о Ридании и Адде. Будешь в Ридании, жду тебя при дворе. Прощай, ведьмак. Прощай, король.
борьбу сосуществования! Мои старые косточки. А что это? Да как ты посмел прийти сюда? Сигфрид, успокойся. Никогда. После того, что ты сделал в банке? Но я... Ты сделал все, чтобы уничтожить улики, ведьмак. Ты сам пошел вниз и... Но... Ты помог Скоятаэлям сбежать из банка. Мы нашли трупы Кихимор. Скоятаэли не смогли бы организовать это сами. Если бы это не было противозаконно, я бы сам тебя убил. Вон с глаз моих эльфийских припастей! Вечный огонь, наполни мое сердце. Транспорт. Перевези меня на другую сторону. Время – деньги. Ты определился? Готов? Ага, плывем на болото.
Еще один шаг. Ah!
Мы воюем вместе с краснолюдами, но именно мы, эльфы, возглавим эту войну. Когда это все закончится? Дьявол опас. Когда это все закончится? Мы воюем вместе с краснолюдами.
Астраэде Каэн Эу Аэн Каэрме. Да, Белый Волк. До встречи. Так зелено.